не понял. Что ты не понял? Ну работаешь без выходных и обеда. Это-то понятно. Ну? А что зарплата-то всего 4000? Ну так доллар-то упал. А доллар-то при чем? Вот казалось бы, да? Где сантехника, где доллар? Знаешь, какая огромная связь? Не знаю. Она есть. Игорь, ты часть мировой экономики. Я горжусь тобой. Я что-то все равно не понял. В смысле 50 рублей литр? Доллар же упал. Я объясняю еще раз. Доллар упал, нефть, следовательно, подорожала. Бензин делают из нефти, вот и все. А раньше-то что до этого было-то? Доллар рос и бензин рос. Когда доллар растет, нефть дешевеет, выручка падает. Ну? Следовательно, бензин дорожает. Что непонятного-то? Сука, руки упали! Руки упали! Эти доллар упал, зарплаты упали. Я хочу узнать, насколько у меня уменьшился ежемесячный платеж по ипотеке. Вы знаете, мы пока держимся. Да? Угу. Молодцы какие. Хоть что-то стабильно в этом изменчивом мире.